Всем привет, дорогие друзья! И вы снова на канале Аюми Вера. И сегодня я буду тратить 55 робуксов! Ура, ребят, я очень рада. Это такая мини-трата сегодня. Вот, но я решила прикупить себе костюмчиков побольше и сделать аниме-лицо. Как вы видите, я уже сейчас в магазине смотрю аниме-лица. Мне прям они в рекомендациях все чаще и чаще появляются. Я думаю, что пора бы мне следовать этому тренду. Хотя в магазине каждый день меняются тренды, но все-таки я очень люблю аниме и хотела бы, ну, сделать что-то связанное с аниме. В общем, смотрю тут в магазин, изучаю. Мне вот это, например, лицо очень нравится. Ну, вот я на него смотрю. Ну, 55 робуксов, конечно, это жестко. Я бы его за 25 купила бы, но за 55 нет. Вот, сегодня я, наверное, куплю тоже лицо за 25. Вот, показываю вам вот такое лицо, мне тоже очень нравится. Ну, прическу я сегодня покупать не буду. То есть, наверное, мы будем делать видео, где я буду делать еще один скин. Наверное, зеленый будет у меня скин, там голубой. И голубой как раз-таки будет аниме. Потому что сегодня, скорее всего, я голубые глаза буду покупать. Так, смотрю. А вот это вот беленькое, да? White Confident Anime Face. Ну, в принципе... Ой. Не, ну, страшненько. Ну, вот оно 15 стоит поэтому, потому что страшненькое. Все самое лучшее продается за какие-то нереальные деньги просто. Так нечестно. Вот. Ну, в общем, смотрю дальше. Кстати, можно, знаете, что делать? Покупать, например, просто лицо, без глаз, без рта, и потом докупать глаза и рот, и получится тоже там аниме-внешность, в общем, какую хотите. Но это, конечно, будет дороже, но зато будет интересно. Так, ну, в общем, я смотрю на это лицо, и все-таки я решаюсь его купить, у меня будет зато теперь и аниме-лицо, вот. Думаю, еще будем как-нибудь анимацию покупать, но это уже чуть-чуть будет позже, конечно же. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ничего важного. Так, ну теперь у меня есть еще 30 робуксов, чтобы понакупить себе костюмчиков. Конечно, на 30 робуксов особо не разживешься, но, в принципе, пару костюмов можно купить. Так, на этот я давно смотрю, так, этот у меня уже есть, по-моему. Так, это... Ну, цветочки как-то... Вот я хочу еще с ботиночками всегда покупать. Вот. Так, может быть, даже что-нибудь и найду. Хотя, скорее всего, найду что-нибудь, найти-то. Так, это у нас что? Ну, опять вот без ботинок. Ну, как я вот? У меня есть один такой костюм. Я просто даже не знаю, куда его девать. С ботинками тут проблема определенная. Да, так. О, Cute Kawaii Frog Pastel. Так, сейчас. Да, у нас пошел прям зеленый цвет. Нам надо что-то будет голубенькое купить. Так. О, еще один Frog Outfit. Миленькие такие костюмчики. Ну, ладно, одного мне пока хватит фрога. Так. Дальше, ну это вообще какой-то, ну, детский сад, что на лямках, не, так не пойдет, мы должны что-то повзрослее выбирать, так, ну это тоже детское, что ж такое-то, какие-то детские, ой, этот я бы прям купила бы сразу, но, к сожалению, ботиночек нет, жалко, о, ну дырка, конечно, это мешает мне, да, вот не было бы дырки, купила бы. А, кстати, оно еще 7 робуксов стоит, да. Так, это Kawaii Blue, 6 робуксов. Тут 5 робуксов. Так, Aesthetic Preppy. Ну, опять же, без ботинок, да что ж такое-то? О, ну, с какими-то носочками, да, но все-таки я куплю. Тоже прикольненький костюмчик. Можно будет потом в каком-нибудь видео мне его одеть. Так, это у нас что... Ну, наверное, я куплю тут прям и сумка сразу, и ботинки, и штаны, и майка, прям, ну, просто все. Так, это beige outfit. Ну, не знаю, каких-то она там трусах странных. Так, ну, здесь у нас чего? Так, здесь у нас... Вот, именно такой мне нужен сейчас для аниме образа. Наверное, я его прям сразу куплю. Нечего мне ждать. Пора покупать. Вот именно то, что мне подойдет под мои глаза. Голубые, вот. Я думаю, сюда еще голубую конфету добавить какую-нибудь бы. Волосы голубые и голубой скин готов. Да, я буду делать голубой скин обязательно. Так, что, теперь посмотрим. Кофточка, у меня уже 5 робуксов осталось, ребят. 5 робуксов просто, как незаметно робуксы тратятся.
О, зелененькая, да? Ну и давайте купим. Или не купим? Не, ладно, купим все-таки. Под зеленый скин тоже. Да, в общем, вот так. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом у меня сегодня все. Надеюсь, что вам понравилась моя трата. Желаю всем отличного настроения. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем хороших оценок. Всем пока-пока.